Песню из этого видеоролика за 10 дней, пожалуй, выучили все зрители нашего канала. Оригинальное признание в любви Денис Нургалиев придумал вместе со своей второй половинкой и не прогадал. За креативный подход к делу агентство МТА Тур подарило Денису поездку в казанский аквапарк Ривьера. Дили Хаердинова тоже из числа смелых нефтекамцев, которые не побоялись рассказать о своих чувствах всему городу. Друзья подобные признания в любви поддержали и поэтому удели второе место. День всех влюбленных девушка вместе со своей второй половинкой проведет в ресторане «Маяк». Всем понравилось, они просто были рады, удивились тому, что я так призналась. Третье место в голосовании досталось Татьяне Белобородовой. Косметическая компания «Орифлейм» предоставила подарок не только для участницы, но и для ее мужчины. А самым активным зрителем в голосовании оказалась Алена Шагиева. Та девушка, для которой и было приготовлено признание Дениса Нургалиева. Алена отправила столько смс-ок за своего парня, что заслужила подарочный сертификат от «Сауна Ананас». Анна Сазыкина, Денис Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».